Ты кто такой? Ланселот. А я кот. Прелестно. Кто твои хозяева? Они простые люди, добрые, заботливые, но им грозит огромная страшная беда. Что за беда? Тебе лучше не знать и не вмешиваться, а то и тебе не поздоровится. Послушай, кот, ты меня не знаешь. Я очень легко вмешиваюсь в чужие дела. Из-за этого я был 19 раз ранен легко, 5 раз тяжело и 3 раза смертельно. Смертельно как раз теми, кого спасал. Но я жив до сих пор. А еще я упрям, как осел. Так что рассказывай, что тут случилось? Вот уже скоро 400 лет, как над нашим городом поселился дракон. Он наложил на наш город дань. Каждый год дракон выбирает себе девушку и уводит ее к себе в пещеру. И мы больше никогда не видим ее. Говорят, они умирают там от омерзения. Он выбрал нашу Эльзу, ее отец, господин Шарлеман, не переживет этого горя и умрет. Сколько у него голов? 3. Порядочно. Лап? 4. С когтями? Да. 5 когтей на каждой лапе, каждый коготь с оленей рог. Ну и острые у него когти. Как ножи. Рост. Церковь. Пламя выдыхает? Да. Настоящее. Леса горят. Ну спасибо тебе, кот. Вы будете драться с ним? Умоляю вас, вызовите его на бой. Он, конечно, убьет вас, но вдруг вы его убьете? Все может случиться. Шварцерцигойнер, ком шпиль мир вас фор, ден ищт виль фергессен хойт, вас ищт ферлор. Ду шварцерцигойнер, ду кенст майнен шмерц, унд вен дайне гайге вайнт, вайн аухт майн херц. Aus goldener Zeit, spiel mir das alte Lied von Lied und Leid. Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir ins Ohr, denn ich will vergessen ganz, was ich verlor. Здравствуйте, господин Ланселот! Господин Ланселот, позвольте представиться, палач, а по совместительству садовник. Вы любите цветы? На кладбище вы сможете полюбоваться моими цветами. А вот это моя мама. Она очень рада вас видеть. Мама, ты же рада видеть господина Ланселота. Мама, очень приятно. А это мой сын, он палач. Мама, я уже представился. Да, но я очень горжусь моим сыном. Он очень талантливый и чувствительный мальчик. Когда дракон прикажет отрубить вам голову, мой мальчик сделает это так искусно, что вы останетесь довольны. Мама, ты опять. А еще из цветов, выращенных им в саду, я плету очаровательные могильные веночки. Я вам
подарю. Мама, пусть купит. Ой, да хватит вам хвастаться своими венками. Мой сын не менее талантлив вашего. Господин Ланселот, позвольте вам представить, мой сын. Это ваш сын? Да. Ой, да вы не удивляйтесь, что он такой большой. Просто его отец был великаном, да. А на самом деле он сущий малыш, ему всего 5 лет. А самое главное, господин Ланселот, он у меня умеет считать до 10. Давай, сыночек, считай. Мама. Считай, тебе говорят. Давай. Десять. Анекдот. Одному великану отрубили голову. Мам, ну что он начинает опять? Да, малыш, я очень хорошо помню твоего отца. Ты можешь гордиться им. Когда я рубил ему голову, он улыбался. Вообще, это была история довольно-таки забавная. Пришлось сооружать новую плаху под его размер. Тюк! 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 Шарлемань! Когда это было? Год назад. Здравствуйте, молодой человек. Я Шарлемань, архиевариус. Очень рад вас видеть. Это, вероятно, от того, что я прожил всю жизнь, не выезжая из города. А откуда вы пришли? С юга. И много приключений было у вас на пути? Больше, чем мне хотелось бы. У нас вы можете хорошо отдохнуть. У нас очень тихий город. Вы говорите, что у вас тихий город? Да. А как же дракон? Ах, это! Но ведь мы так привыкли к нему. Он уже 400 лет живет у нас. Но мне говорили, что ваша дочь... Что моя дочь? Ах, да, моя дочь. Моя Простите, дочь. Господин Ланселот. Я вовсе не делаю вам замечания, но прошу вас, ни слова об этом. Но почему? Потому что тут уж ничего не поделаешь. Правда, папа? Да, тут уж ничего не поделать. И завтра, когда дракон уведет ее, я тоже умру. Папа, не надо об этом. Все, все, не буду больше, милая. Простите, но еще только один вопрос. Да, конечно. Да неужели никто не пробовал с ним драться? Последние 200 лет нет. До этого с ним часто сражались, но он убивал всех своих противников. Он удивительный стратег и великий воин. Он совершенно обнаглел. Что вы? Что вы? Он так добр. Он избавил наш город от цыган. Но ведь цыгане прелестные люди. Что вы, ужасные люди. Один украл у меня кошелек, другой украл очаровательный могильный веночек, а третий украл мою любимую божью коровку. А кто ей теперь скажет? Божья коровка, полети на небко. Там твои детки кушают конфетки. Анекдот. Одному цыгану отрубили голову. К вам, господин дракон. Милости просим. Thank you.
Здравствуй, крошка. А у вас гость? Кто это? Это прохожий, странник. Не цыган? Что вы? Это очень милый молодой человек. Странник, а что это ты так на меня смотришь? Я жду, когда войдет дракон. Ну, я дракон. Вы? А мне говорили, у вас три головы, когти, огромный рост. А я сегодня попросту без щенов. Господин дракон так долго живет среди людей, что иногда сам превращается в человека и заходит нам в гости по-дружески. Да, мы воистину друзья, дорогой Шарлемань. Каждому из вас я даже больше, чем просто друг. Я друг вашего детства. Мало того, я друг детства вашего отца, деда, прадеда, всех пролетающих парашютистов, всех музыкантов. Я помню вашего прадедушку в коротеньких штанишках. В клеточку. Как вы с ним похожи. Только, по-моему, он был чуть ниже ростом. Так. Ниже. Так. Ниночку. Так. О! Только вот не помню, я его испепелил или отрубил ему голову? Испепелили или нет, отрубили голову. Я проверю в архиве. Анекдот! Одному прадедушке отрубили голову. Чёрт! Непрошенная слеза! Платочек для непрошенной слезы. Ой, спасибо, дорогая. И платочек для прошенной слезы. Спасибо, дорогая. А, странник, а что ты так смотришь? А? Ну, говори. Растерялся, сукин сын. Ну ладно, Эльза. Дай лапку. Танцуют все! Анекдот! Одному танцору отрубили голову! Ой, плутовка! Шалунья! Ой, какая теплая лапка! Улыбайся! Раз-два горе не беда! Зачем приехал? По делам. А по каким? Может быть, я и помогу тебе. Да просто убить тебя. Нет, он шутит, господин дракон. Хотите, я еще раз дам вам лапку? Чего? Я вызываю тебя на бой. Слышишь, ты, дракон! Дурак. Ну ладно, посмотрим. Но для начала прошу отобедать. Das kann das Gleiche sein, damit die Frau ganz vielleicht ganz genau das erreicht, was ich haben will.
ja und nein, das kann das gleiche sein, weil sich das glückt auf der Welt so vergelt wie der Monat April. Frag eine Frau ganz allgemein, ob sie dich liebt, sie sagt zwar nein, das heißt nur beinahe so viel wie ja. Ja und nein, das kann das gleiche sein. Es kommt dabei nur der Fan, ob der Mann es dann fühlt, ob er nicht. Ваше имя Ланцелот? Да. Вы потомок известного странствующего рыцаря Ланцелота? Это мой дальний родственник. Принимаю ваш вызов. Странствующие рыцари, те же цыгане, вас надо уничтожать. Прелестно. Но я не дамся. Я уничтожил 809 рыцарей, 905 людей неизвестного звания, одного пьяного старика, двух сумасшедших, двух женщин, мать и тетку, мальчика 12 лет. А 11, господин дракон? Девушек, избранных мною. Одну канарейку. Кроме того, мною были уничтожены 6 армии, 5 мятежных толп. Ты знаешь, какое время я появился на свет? Знаю. Какое? В несчастное. В день страшной битвы. Земля пропиталась кровью. Я сын войны. Война – это я. Ты против меня, следовательно, ты против войны. Ну нет, что вы. Я воюю всю жизнь. За войну! За войну! За войну! Да ты чужой здесь, а мы издревле привыкли понимать друг друга. Понимаешь, мы как одна семья. Весь город обрадуется твоей смерти. Тебя ждет бесславная гибель, понимаешь? За гибель! За гибель! Да, именно за гибель! Хороший напиток! Сам варил. Драконовка! Но я вижу, что ты настроен решительно. Даже еще больше. Ты достойный противник. Ты тоже. Не тыкать здесь. Ну что ж, я буду драться с тобой всерьез. Это значит, что я убью тебя немедленно. За немедленно. За немедленно. Сейчас. Здесь. Но ведь я безоружен. А ты хочешь, чтобы я дал тебе возможность вооружиться? Нет, я нападу на тебя внезапно! За внезапно! За внезапно! Эльза, принеси метелку. Зачем? Я сейчас... испепелю этого человека, а потом ты выметишь его пепел. Ой, мама, страшно, страшно, страшно. Шутка! Я пошутил! Ну что вы, шуток не понимаете? Вот, метелка! Брысь, Маруся! Маруся? А я думал, ты кот. Да, я кот. Но люди иногда так невнимательны. Хозяева мои до сих пор удивляются, что я еще ни разу не окатился. Говорят, что же это ты, Машенька, никак не окатишься? Милые люди. Невнимательные люди. Анекдот! Одному коту отрубили голову! Что, нужна метелка или не нужна? Я сказал, брысь. То принеси, то унеси. Вы не можете его убить!
Это почему? Не гневайтесь, я предан вам всей душой, но я ведь архивариус. А при чем здесь ваша должность? У меня хранится документ, подписанный вами 382 года тому назад. Там стоит подпись «Дракон». Короче. Убить его вы не можете. Всякий, вызвавший вас в безопасности до дня боя. Так сказано в документе и подтверждено клятвой. И день боя назначаете не вы, а он, вызвавший вас. Когда был написан этот документ? 382 года тому назад. Я тогда был еще неопытным, сентиментальным мальчишкой. Эльза, дай лапку. Но документ не отменен. Довольно, я устно аннулирую документ. Я протестую. Ладно. Тогда я уничтожу все ваше гнездо. И весь мир узнает, что вы трус. Откуда? Я! Я, Маруся, всем все расскажу! Старый ящер! Ой. Маруся! Стой, Маруся! Ладно, будем драться завтра, как вы просили. Зачем вы затеяли все это? Вы знаете, все было так ясно и достойно. Ведь вовсе не страшно умереть молодой. Все состарятся, а ты нет. Да что вы такое говорите? Одумайтесь, Эльза. Деревья и те вздыхают, когда их рубят. Меня не станет в воскресенье. А до самого утра вторника весь город погрузится в траур. Целых 3 дня никто не будет есть мясо. А к чаю будут подавать особые булочки. Угадайте, какое название? Я понятия не имею. Бедная Эльза, это так красиво и романтично. Дракон помутил ваш разум, отравил кровь и затуманил зрение. Эльза, я убью дракона. Его убить невозможно. Невозможно. Нет. Thank you.
понимаешь? Сынок, опять пьешь? Попей чуть-чуть. Я же просил, хватит пить, хватит. Прежде всего, будьте любезны, говорите потише, двигайтесь мягко, по возможности без жестов, и не смотрите мне в глаза! А? Почему? Да потому что нервы! Нервы у меня в ужасном состоянии! Я болен! Болен всеми нервными и психическими заболеваниями, какие только есть на свете! Вот я убью дракона, и вам станет легче. Своим влиянием держал в руках моего помощника, редкого негодяя, и всю его банду этих купцов мукомолов. Теперь все пойдет наперекосяк. Господин дракон станет готовиться к бою и забросит дела городского самоуправления. Да поймите же, я спасу всех. Не понимаете? Не понимаю. Этого я не понимаю. Ну, кто вас просит с ним драться? Да весь город этого хочет. Да? Посмотрите, лучшие люди города прибежали просить вас, чтобы вы убирались прочь. Убирайся отсюда! А? Где они? Кто? Люди. Вон они жмутся у стен. Друзья мои, не стесняйтесь, подойдите поближе. Ну а почему они идут сюда на цыпочках? А чтобы не действовать мне на нервы, вот какой замечательный у нас народ. Друзья мои, скажите господину Ланцелоту, чего вы от него хотите? Уезжайте от нас, господин Ланцелот, сегодня! Немедленно, господин бургомистр, уговорите его, пожалуйста, просим вас. Мама, пусть дядя Ланцелот уедет. Мама, пожалуйста, пусть дядя Ланцелот уедет. А мама ему, не ковыряйся в носу, сынок. А он не послушался маму и продолжал ковыряться. Вот какой у нас народ. Ковыряется. Уезжайте от нас, дядя. Не уеду. Поздравляю вас. У меня легкое помешательство. Я чайник. Заварите меня. Я понимаю, почему эти людишки прибежали сюда на цыпочках. Почему?
Да чтобы не разбудить настоящих людей. Вскипятите меня. Вот я сейчас пойду и поговорю с ними. Здравствуй, Эльза. Не волнуйся, в назначенный час дракон заключит тебя в свои объятия. Будь спокойна. А Эльза отвечает: хорошо. А потом спрашивает: а булочки будут? А я говорю: еще какие? Соленые, с маком. Здравствуй, сынок. Здравствуй, отец. Сынок, это ты? Я, папа. Здравствуй, сынок. Здравствуй, папочка. Сколько я тебя не видел. Как ты похудел, а? Ты от него? От него? Принес приказ? Принес. Мне приказано переговорить с Эльзой наедине. Ухожу, ухожу, ухожу. Шпиончик ты мой. Эльза! Здравствуй, Генрих. Здравствуй, Эльза. Эльза, да? Дракон велел передать тебе, чтобы ты убила Ланселота, если это понадобится. Как? Ножом. Вот он, этот ножик, он отравленный. Но я не сделаю этого. А на это дракон велел передать, что иначе перебьет всех твоих подруг. Скажи, что я постараюсь. А на это господин дракон велел передать, что всякое колебание будет расценено как ослушание. Я ненавижу тебя, и Ланселот убьет твоего дракона. А на это господин дракон сказал: посмотрим. Посмотрим, посмотрим. 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 Дурак. Сам дурак. Идиот. Сам идиот. Папа. Папочка. Да, сынок. Скажи мне, ты старше меня, опытный. Скажи, что ты думаешь о предстоящем бое? Неужели Ланселот может победить? А? Только ты, пожалуйста, отвечай без казенных восторгов. Ну, пожалуйста, ответь мне. Хорошо, сынок. Я отвечу тебе попросту, от души. Ты знаешь, малыш, я так искренне привязался к нашему дракоше. Я не знаю, как тебе сказать, но сроднился с ним, что ли. Мне даже тебе это... Даже хочется отдать за него жизнь. Чью-то. Нет. Он, голубчик, победит! Он победит! Чудушка-юдушка! Душечка-цыпочка! Летун-хлопотун! Ох, люблю я его! Ой, люблю! Люблю! И крышка! Вот тебе, сынок, и весь мой ответ. Не хочешь ты, папочка, попросту по душам поговорить с единственным своим сыном? Да покуда не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. Ты тебя, конечно, сошел с ума. Но не до такой же степени. А ну, иди сюда. Иди сюда. Сказал тебе допросить меня, а? Да, папа. Молодец, сынок. Очень хорошо провел весь допрос. Да, я горжусь тобой. Я горжусь тобой не как твой отец, а как профессионал, как знаток, как старый служак. А ты все запомнил, что я тебе сказал? Не-не-не, ты не спеши отвечать. Вот эти слова запомнил? Душечка, цыпочка. Летун, хлопотун, чудушка, юдушка, запомнил? Все запомнил, папа. Вот, молодец. Вот так ему и передай.
Слышь, сынок. Да, пап. А я ведь люблю тебя. А я тебя, папа. Жаль, мать тебя не видит. Вот гордилась бы тобой старушка. Да, да, папа. Жалко, ты ее задушил. Как задушил? Вот так. Свободный конец в левую делаем петлю, набрасываем и тянем в разные стороны с равным усилием. Давай, помогу, папа. Спасибо, Ланселот. Вы пришли очень вовремя. Вы практически спасли мне жизнь. Дайте я вас поцелую. Все? Да. Я звал вас, господин Ланселот. Вам дадут тазик со склада. Тазик обозначен шлемом, да. А маленький подносик щитом. Щитом обозначен. Копья нет на складе. Есть, копье есть. Но оно поломанное, в ремонте. А, в ремонте. Мастерской. Но вам дадут справку, что копье действительно находится в ремонте. Вы во время боя предъявите ее господину дракону, и я уверен, что все закончится отлично. В магазине получена свежая партия сыра. На закате дикие утки пролетали над колыбелькой. Я вам больше скажу. Лучшее украшение девушки – скромность и прозрачное платьице. Да! Я звал, господин Ланселот, вас ждут на заседании городского самоуправления. Зачем? Зачем растут липы на улице драконовых лапок? Зачем танцы, когда хочется поцелуев? Зачем поцелуи, когда стучат копыта? Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Члены городского самоуправления должны лично обсудить с вами правила предстоящего боя. Быть или не быть? To be or not to be? Yes. What is your name? My name is Made. Pencil on the table? I live in... My children, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
Эльза! Хочешь выйти замуж за меня? Нет. Я не шучу. Если ты будешь послушна и убьешь Ланселота в случае необходимости, то в награду Дра-Дра отпустит тебя. Чушь. Чушь. Ну, чушь и хорошо. Боже мой. А у меня ведь щеки горят так, будто я целовалась с ним. Вы знаете, а он ведь почти уговорил меня. Да? Вы знаете, а я ведь тоже хочу быть счастливой. Я вот тут нож взяла. Ну, чтобы убить себя. И не убью. Эльза. Какое счастье, что я вижу вас. Эльза. Почему? Так, славная моя, у меня... У меня был такой сложный день, что душа так и требует отдыха, хоть на минутку. И вот... Будто бы нарочно вдруг вы встречаетесь мне. А вы были на заседании? Был. Ну? И зачем они вас звали? Предлагали деньги, лишь бы я отказался от боя. Так, и что же вы? Что им ответил? Да. Ах, вы бедные дураки. Ну все, все, впрочем... Впрочем, не будем о них. Эльза, сегодня вы еще красивее, чем вчера. А это верный признак, что вы мне действительно нравитесь. Вы верите, что я спасу вас? Нет. А я и не обижаюсь. Вот как вы мне нравитесь. Оказывается. Что попросишь, и поможет решить задачу, и утешит, когда тебе кажется, что ты самая несчастная. Я не опоздала, вы действительно будете драться с драконом, господин Ланселот. А вы не могли бы меня устроить на крышу ратуши? Вам не откажут, если вы попросите. Мне просто так хочется увидеть бой получше. Ну вот вы... И рассердились, и не хотите разговаривать со мной. А я вовсе не такая плохая девушка, как вы могли подумать. Вот вы думаете, что я нарочно помешала вам попрощаться с Эльзой? А я не нарочно, это Генрих приказал мне болтать, и вот теперь я болтаю. Болтаю, как дурочка. Дурочка! Заседание закрылось, господин Ланселот. Решение об оружии для вас вынесено. Решили снабдить вас оружием. Простите нас. Пожалейте нас, бедных убийц, господин Ланселот. Объявляю церемонию открытой! Смирно! Ловление на небо! Его превосходительство только из того появился и засел их гол, и с невероятной быстротой приближается сюда. Смирно! Затаите дыхание! Все пошли вон, кроме приезжего.
Как здоровье, сынок? Спасибо. Хорошо. А это что за тазики на полу? Оружие. Чье? Мое. Мои додумались. Они. Вот шалопай. Обидно, небось? Да нет, что вы. Вранье, вранье. У меня холодная кровь, но даже я обиделся бы. Страшно вам. Нет. Вранье. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не подберешь. Я их кроил. Моя работа. И все-таки они люди. Это снаружи. Не думаю. Если бы ты заглянул в их души, ах, задрожал бы. Нет. Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за коллег. Я же их любезный лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезные, очень живучи. Разрубишь тело пополам, человек околеет, а душу разорвешь, станет послушней. И только. Нет, нет, таких душ нигде не сыщешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, цепные души, глухонемые души. А ты знаешь, зачем бургомистр притворяется душевно больным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Прожженные души, продажные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы. Это ваше счастье. Люди бы испугались, увидев своими глазами, во что превратились их души. Они бы насмерть пошли, они оставались покоренным народом. Кто бы тогда вас кормил? Черт его знает. Может быть, ты и прав. Ну что ж, начнем. Попрощайтесь сначала с девушкой, ради которой вы идете на смерть. Эльза! Вам нравится девушка, которую я выбрал? Очень. Это мне приятно слышать. Мне она тоже очень и очень нравится. Ну, поди, поди сюда, моя милая. Посмотри мне в глаза. Вот так. Хорошо. Глазки ясные. Можешь поцеловать мне руку. Вот так, славненько, губки теплые, значит, и на душе у тебя спокойно. Хочешь попрощаться с господином Ланцелотом? Как прикажете, господин дракон. А я вот как прикажу. Поди,
поговори с ним ласково. Ласково поговори с ним. Поцелуй его на прощание, ничего, ведь я здесь при мне можно. Ну, а потом убей его. Ничего, ничего, ведь я буду здесь, при мне ты это сделаешь. Ступай. Эй, вы там, дайте музыку. Господин Ланселот, мне приказано попрощаться с вами. Хорошо, Эльза, давайте попрощаемся. Бой будет серьезный, мало ли что может случиться. А я думаю, что вы бы все равно вызвали дракона, даже если бы на моем месте была бы иная девушка. Ай, стоп, стоп. Дайте другую музыку. Господин Ланселот, мне приказано попрощаться с вами! Ну дайте ласковую музыку! Сказал, чтобы я убила тебя этим ножом. Я не Ланселот, я дракон. Ланселот вон он. Смотри! Ох, ты негодная девчонка. Да как ты посмела? Я люблю тебя. Я ненавижу тебя! Ну за что? Да за все! Так все! Хватит! Придется подраться! А, Генрих, уведи эту дурочку домой! Эльза! Эльза, я люблю тебя! Эльза! А ты стой здесь! И слушай! Когда начну, не скажу! Настоящая война начинается вдруг. Видишь? Вот здесь XZ в квадрате. Понял? Пойдем, Игорь. Нет!
дамы и господа, леди и джентльмены, сейчас вы увидите настоящий бой. Так сказать, бой двух величин. Первый бой наземный и пройдет по правилам древнекитайских рыцарей и драконов, родины нашего повелителя. Второй бой воздушный и пройдет по правилам доселе невиданного и никому неизвестного боя. И самое главное, так сказать, приятный сюрприз. Так как господина Ланцелота не обладает летательными способностями, нас повелитель великодушно снабдил его летающим ковлом. Представляю наших бойцов! Союза Саши Ци, Сиан Чон Делон, Дракон! Ха ци хуй ля пай, ци щи, ци пай уши мин, фу мин, там ци дрен ля мин, фу не мути, хуай, Дракон! Сэйю са ца хэйма, чо хэйо банг цэ ши, лон цэ лот хэ дэ хауи. Хэй ши сэ лоу кэчэрэн хэ ши, кэчэрэн цу. Сян цон шоу шан, шиу ши ци, лон цэ лот хэ. Хэйма! Хао! Танте дэрэн, дионши, хэйца, хэйма, ца чуа! Не хао, танте дэрэн, чэнарши! Ааа, танте дэрэн, дионши, хэйма, дионши, ца чуа! Хэйма, хэйма, отцепитесь! Хэйо панк, цыщи, цыпай уши, мин, мин, пумин! А сейчас, чтобы сбить накал и соблюсти приличия, силами наших алтистов будет исполнен любимый танец нашего повелителя. Платье сии девушки и влюбленный дракон. Трагическая история. Сашицы, Сиан Чон Делон, Дракон!
Наши прадеды-коты все поглядывали на дорогу, ждали вас. Возьмите это. Она поможет вам победить. Убейте дракона! Я постараюсь!